Что так дышите тебе тяжело? Как будто не по-ровному идете. Ну что, за 50 метров вертикали прошли, нормально. Прямо ощущение, как будто сейчас из пулемета будут стрелять, и вы пригибаетесь, специально пригибаетесь. Вторая группа, не обгоняем первую, третья не обгоняет вторую. Или подает руку. Федор Валерьевич, а там не проще было пройти? Ну? По каньону. Ну, как бы есть здесь тропа, может быть и проще. А может быть там и камни сыпанутся. Не, нормально. Да? Это только первые 10 походов тяжело. А, ну да. Чем я, да. Совсем забыл. Не, мне очень тяжело. Тяжелее всего мне. Мне потом вас догонять надо будет с фотоаппаратом. Ну, Оля, давай, левой, правой. Отличненько. Кто просил, не фоткаю специально, только видео. Только фотка. Фото нету, только видео. Так, ребята, проходите вперед. Девушки сзади вас не фотографируются из-за этого. О, куда же вы бежите-то? Все хорошо? У вас тоже все хорошо? Все хорошо. Отличненько. Будьте падать, кричите, я сфоткаю. Только заранее, ладно? Так, кто у нас там? Саша, а где собак? Собак впереди, но похоже, я не знаю. Тогда двигайся вперед. Догоняй собака. Да, ну я просто, похоже, там поводок забыл. Ну ладно, уже не буду. Опа! Смотри, куда они полезли. Обычно рисуют пятна. Что обычно? Обычно на стволах рисуют пятна, а тут прямо художественные кресты. Да не говори. А? Вот тут же и будем спускаться. Хорошо, идем. Опа. Идем. Так можешь полный рост отдать? Давай, вот так же. Видео, фото. Это видео. И фото можно, оно одно. Сейчас. Не мы оттуда. И на фото тоже. И туда. Опа. Собаки очень легче. Отличненько. Так, где там стоп? Собаки легче. Чего ты взял? У него ноги короткие.